В Белгороде появится новый парк аттракционов и развлечений. Участок под строительство выделили в районе центрального пляжа, на дальнем берегу на улице Карачанской. Первый камень, правда символический, сегодня заложили губернатор Вячеслав Гладков и главный инвестор проекта Владимир Зотов. Сегодняшние события – это забота о детях, это шаг в будущее. Это то, что не просто сильное изменит там, центр города, да. С моей точки зрения, это навсегда изменит Белгород и улучшит его городскую среду и выведет совсем на другой уровень. В парке будут три тематические зоны – экстремальная, детская и семейная. Появится 17 аттракционов. В планах также активити-парк, сцена и кафе для проведения праздников. Изменится и облик пляжа. Он станет более комфортным и современным. Также, по словам Владимира Зотова, природную часть, деревья и растения сохранят. Весь проект определит общая патриотическая тема. Здесь будет и исторический центр, здесь будет сегодняшняя Россия и будущая Россия. Всю проектную документацию подготовят к маю, а основные строительные работы начнутся в сентябре. Название нового пространства выберут сами белгородцы. Конкурс объявят в ближайшее время. Открытие первой очереди парка состоится 5 августа 2023 года, к 80-летию освобождения Белгорода.